Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» дневной выпуск информационной программы «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Город Шумерле по-прежнему остается проблемным городом. Вопросы коммунального хозяйства, ветхого жилья и систем жизнеобеспечения города не решены, либо решаются слишком медленно. Об итогах рабочей поездки Михаила Игнатьева и решении ряда проблем городского хозяйства в нашем сюжете. Визит Михаила Игнатьева в Шумерле начался с проблемного объекта жизнеобеспечения – городских водопроводных и канализационных очистных сооружений. По словам директора шумерлинского водоканала Марата Хусяинова, предприятием было закуплено современное лабораторное оборудование более чем на 500 тысяч рублей. Новые технологические возможности позволяют проводить более точные анализы соответствия с актуальными санитарными нормами, что подтвердила начальник лаборатории Марина Трынова. Гуляете сами? Конечно, а как же. Или тоже бутыляк возите? Нет, я не признаю бутыляк. Выпейте, гуляйте. Пожалуйста, без вопросов, я за качество ручаюсь. Работа по расширению лаборатории будет проводиться и в дальнейшем. Но остается открытым вопрос об основных рабочих мощностях очистных сооружений и ремонте зданий водоканала. Больше половины оборудования сегодня изношено до критической отметки. Ремонт предприятий не производился с 1989 года. Необходимо ускорить работы по освоению инвестиционной программы модернизации предприятия как стратегического объекта города с перспективой на 20-30 лет, отметил Михаил Игнатьев. В администрации города Шумерля Михаил Игнатьев провел рабочее заседание с участием депутатов городского собрания и почетными жителями города. В этом году уже второй объезд. Встречаемся в разных форматах. Встречаемся с депутатами городских и сельских собраний депутатов с одной единственной целью, чтобы обсудить вопросы обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в этом непростом 2015 году. Глава республики отметил, что в соответствии с государственными программами работа проводится, но по-прежнему насущными вопросами в управлении городом остаются проблемы жилищно-коммунального хозяйства и решение вопроса дорог. Правительство столько раз уже помогало Шумерле реструктуризировать долги за газ. Какие-то вопросы сняты с повестки дня, но нельзя все решить за чиновников. Люди ждут реальных действий от городских властей. Решение некоторых проблем пущено на самотек. Проблемы в городе остаются, отметил Михаил Игнатьев. Город не ищет путей пополнения доходной части бюджета. Не обошли стороной вопрос переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, затянувшиеся по вине подрядчика. В 2014 году город не выполнил годовое плановое значение по вводу в эксплуатацию жилых площадей. Результаты составили 85% от плановых показателей, отметил в своем выступлении министр строительства Олег Макаров. Предстоящему празднованию 70-летия Победы глава Чувашии вручил юбилейные медали участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, жителям города Шумерля. Михаил Игнатьев поблагодарил ветеранов за совершенный ими в годы войны подвиг и пожелал долгих лет жизни. Александр Гаврилов, Евгений Анисимов, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором. Вениамин Селифанов объезжает с инспекцией все подконтрольные его ведомству регионы и изучает экологическую обстановку на местах. Какую оценку республике дал ревизор, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. В республике окружающую среду загрязняют меньше, чем в других регионах. Если в среднем в Поволжье, по подсчетам специалистов, за год каждый житель вдыхает в себя более 100 килограммов вредных веществ, то в Чувашии чуть более 20. Это и действительно большая разница. Михаил Игнатьев отметил, что в республике экологическая обстановка находится под строгим контролем. Нарушители не остаются безнаказанными. Нарушения выявляются, никого никогда не покрывали и не будем покрывать. Привлекается к ответственности, кто-то к административной ответственности, кто-то к уголовной ответственности, когда есть для этого, соответственно, соответствующие фактуры и нарушения. Но есть еще одна многолетняя проблема. В ближайшие годы регионам необходимо обустроить по всем правилам скотомогильники. В Чувашии эта работа проводится поэтапно, несмотря на ее дороговизну. У нас 61 в Чувашии скотомогильник. И я понимаю, что сделать и обследовать сегодня все скотомогильники за один год, за два, за три, за пять, это фактически невозможно. Это не один бюджет, это даже государство, наверное, сегодня не потянет, не сделает. Это тот вопрос, который требует решения. Мы знаем, что вы знаете эту проблему, что вы ее решаете. Вообще, Вениамин Селифанов отметил, что программа по снижению негативного воздействия на окружающую среду республика реализует эффективно. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. В выборном законодательстве новые изменения. Не успели мы в прошлом договориться, как выбирать глав поселений и муниципалитетов всенародно или из числа депутатов, как российские законодатели предложили новую третью модель.
чем идет речь и насколько она жизнеспособна, обсуждали за круглым столом депутаты Госсовета Чувашии и главы муниципальных образований. Суть поправки. Наряду со всенародными выборами главы, выборами главы из состава депутатов, предлагается и третий способ – выбора главы на конкурсной основе, подобно тому, как выбирают сити-менеджеров. Это уже не первое изменение в законе, а восьмое – всего-то за полгода. Корректировать законотворчество на местах в таком темпе сложно, но приходится. В органах власти уверены, опираться надо на мнение самих глав. Вы на местах выполняете те полномочия, которые возложены на уровень районов и поселений. И вы лучше других знаете, вот каким образом все это надо исполнять, в каких условиях взаимоотношения лучше выстраивать. Главы муниципалитетов, а за круглым столом собрались опытные управленцы с большим стажем, единодушно высказались в поддержку третьей модели. На конкурсной основе уже несколько лет выбирают сити-менеджеров городов. Не секрет, что всенародные выборы глав поселений провести довольно сложно. Не хватает достойных кандидатов. Доказательство: из всех победителей прошлых выборов 69 уже не работают по разным причинам. Главы тоже бывают неадекватные. Почувствовали власть, например, на 5 лет. И вот 5 лет он должен просидеть. Это раз. И второй пункт я хочу сказать. Вот у нас за 5 лет, последние 5 лет, главы, 4 главы поменялось у нас. И вот до сих пор у нас нет главы, исполняющей обязанности. И затрачены деньги, силы и, самое главное, доверие избирателей, доверие сельского поселения. Подчас сложно складываются отношения между главами поселений и главами районных администраций. Иногда ситуация доходит до абсурда, посетовал Николай Глухов, успевший поработать и на посту главы района, и на посту руководителя Батыревской администрации. И привел отрывок из своей служебной переписки. На основании изложенного, в силу действия законодательства Российской Федерации, вам не предоставлено право обращаться подобные указания в наш адрес. И прошу впредь воздержаться от направления в наш адрес писем подобного характера. В противном случае будем обращаться в прокуратуру. Наш глава поселения сегодня будет обращаться в прокуратуру против главы администрации района из-за того, что я у него попросил предоставить мне сведения по учету жилья данным сельским поселением. Потому что в соответствии с изменением федерального закона сейчас это возможно учет вести нам. По мнению всех участников круглого стола, выборы на конкурсной основе уравняют в правах глав муниципальных образований и глав администраций. Повысит их ответственность. Иными словами, и лебеди, и раки, и щуки перестанут тянуть воз в разные стороны, что благоприятно отразится на работе в целом. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Добро пожаловать или все же вход пока воспрещен. Будущих переселенцев из аварийного жилья пригласили посмотреть на квартиры, в которые им предстоит переехать. Люди должны решить, оформлять документы, исправлять новоселье уже сейчас, либо подождать завершения благоустройства территории. Они жили в деревянных аварийных бараках с удобствами на улице. И когда оказались на пороге новенькой многоэтажки, сжимая в руках заветные ключи от квартир, эмоции не сдерживали. Мы переезжаем с Парижской коммуны, дом 10, барак. Невозможно было там жить. Последние 8 лет снимали квартиру. Вода, туалет на улице, печки газовые, каменные, все рушилось. В общем, невозможно там было жить уже. Ну, 20 лет там мы прожили, а потом уже стали скитаться. Деревянный барак, отопление печное. За водой ходили на колодец. Хорошая перспектива. Здесь будем жить. Условия. Здесь будет, наверное, красиво. Думаю, что будет им здесь уютно. Ребенок потому что маленький. Так что нас, по-моему, все устраивает. Дом построен, квартиры распределены. Однако, прежде чем справить новоселье, жителям и городским властям предстоит решить ряд вопросов. Мы вас сюда пригласили для того, чтобы посмотреть качество этих квартир и принять решение, когда мы вам их будем передавать. Много вопросов, много споров, много разногласий, но тем не менее дома стоят, квартиры готовы, поэтому мы хотели вам предложить пройтись, посмотреть, какие квартиры вы получите, после этого собраться и ответить на все ваши вопросы. Новыми квартирами, в которых есть вода, газ, канализация, отопление, жители аварийок, конечно, довольны. Переселенцам даже не придется делать ремонт, отделка беловая. Мы переселились с улицы Фучика. Сколько, 31. Сколько квадратных метров была квартира? 48,7 у нас было квадратных метров, а здесь 63. Ну, то есть на 15 метров квартира стала больше.
Правда, пока около домов вместо газонов и детских площадок куча земли, вместо асфальта – бетонные плиты. Застройщики отмечают, те, кого эти обстоятельства не смущают, могут оформлять документы и заселяться. А подобного рода неудобства будут исправлены в течение полутора месяцев. Я вас уверяю, что выполнялись весенние зимний период, я вас уверяю, здесь к концу мая будет высококачественный асфальт, бетонное покрытие, архитектурные формы. Здесь все будет выполнено на достойном уровне. Так или иначе, в этот и соседние дома скоро въедут 59 семей. Переселение идет в несколько этапов. Сейчас переселена 161 семья. Алексей Ладыков отметил: отстаем, потому что берем не только количеством. Стараемся законными способами сэкономить бюджетные деньги, чтобы вернуть их в то же жилье. Самым простым решением для нас была бы покупка квартир на рынке. На рынке, вы все знаете, квартиры стоили 42 тысячи за квадратный метр. Здесь мы приобретаем по цене 28 400. Не было возможности купить готовые квартиры по 28 400. Благодаря подрядной организации, благодаря компании СУОР, с которой мы договорились, мы заключили контракт по цене 28 400. И не было тех площадей, которые нужны были для расселения. Ведь на рынке квартиры однокомнатные меньше 40 метров редко встретишь. А нам нужны были квартиры по социальной норме, которую мы приняли на собрании депутатов. 23,5 квадратных метров однокомнатная квартира. Чуть более 40 двухкомнатная квартира. Этих квартир не было. Поэтому нам пришлось проектировать эти квартиры, объявлять торги, строить. И вот сегодня мы видим реализацию проекта. Такие меры помогли сэкономить для городской казны 500 000 000 рублей, отметил глава администрации. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Страшное преступление буквально всколыхнуло интернет. Юный чебоксарец ночью зарезал спящего младшего брата. Какие мотивы двигали 16-летним убийцей, выяснит следствие. По версии следствия, в ночь с 15 на 16 апреля в городе Чебоксара подозреваемый, находясь у себя дома, нанес ножевое ранение своему 9-летнему брату, который от полученной травмы скончался на месте происшествия. Их родители в этот момент спали в другой комнате. Тело убитого обнаружил его отец, проснувшись утром. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи продолжают работать на месте происшествия, изъято предполагаемое орудие убийства, а также иные предметы, имеющие значение для следствия и установления мотивов совершенного преступления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначен ряд судебных экспертиз. В ходе следствия в отношении подозреваемого с целью установления его вменяемости или невменяемости в момент совершения инкриминируемого ему деяния назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Что такое пожар, знает абсолютно каждый человек, и как его предотвратить тоже. Тем не менее, как только сходит снег, резко возрастает количество пожаров. Как этого избежать? Именно этот вопрос обсуждался на пресс-конференции МЧС Чувашии. За окном потеплело, пришла весна, а вместе с ней в республике начались пожары. И если паводок в Чувашии прошел незаметно, то возгораний уже больше сотни. А на тушение сухой травы пожарные расчеты выезжали уже 32 раза. Но трава сама не загорается. Все это дело рук человека. Люди сами наносят вред и себе, и природе, сжигая так называемый сухостой. Конечно, от него можно избавляться, но строго соблюдая технику безопасности. Правила говорят: выжигать не ближе 50 метров от ближайшего объекта. Площадка должна быть очищена в радиусе 25-30 метров вокруг. Дальше по краям вот этого радиуса очищенного должна быть минерализованная полоса. Но это, то есть, когда перекапывается земля, для того, чтобы сверху находилась не что-то там сухая подстилка, которую сгрести невозможно, а чтобы была вывернута наизнанку земля и лежала уже какая-то вот она влажная, сырая, но не горючая, по крайней мере. И ширина этой полосы должна быть не менее 1,40 м. Помимо этого, на улице должна стоять безветренная погода, чтобы искры и угли не перекинулись на предметы. Не соблюдающих пожарную безопасность ждет наказание, штрафы. Так, гражданам придется отдать от 1000 до 1500 своих кровных. Должностным лицам от 6 до 15 тысяч. Самый крупный штраф за тушение ждет юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. А если на территории республики будет введен особый противопожарный режим, размеры штрафов вырастут вдвое. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.
По данным Росстата, только за март задолженность по заработной плате в стране выросла на 2,5%. В Чувашии задолженность составляет более 29 миллионов рублей. В черном списке 18 предприятий. 100 человек, которые долгое время не получают вознаграждение за труд, работают на предприятии «Инженерный центр», который расположен в Чебоксарах на улице Гайдара. Наша съемочная группа отправилась по этому адресу, чтобы выяснить, по каким причинам работникам задерживают зарплату. Это предприятие переехало на улицу Гайдара в Калининском районе столицы Чувашии совсем недавно. Ранее оно было прописано в Ленинском районе. Практически сразу после смены юридического адреса в прокуратуру стали поступать сигналы, что работники не получают зарплату. Но все попытки лично у руководства предприятия выяснить причины невыплаты не увенчались успехом. Двери закрыты, на звонки никто не реагирует. Поступила информация о последующем обращении граждан от организации «Инженерный центр» о том, что в данной организации задерживается заработная плата. Была проведена проверка, и доводы обращения и информации нашли свое подтверждение. Прокуратура возбудила административное производство, наложили штраф на организацию, внесли представление об устранении нарушений. Неоднократно указывали о том, что вся задолженность связана с тяжелым финансовым положением, у них имеются проблемы с услугами, которые они предоставляют, однако это не является основанием для того, чтобы задерживать заработную плату работникам. Работодатель должен сам решать данную проблему, будем надеяться, что он решит в скором времени. Сейчас в прокуратуре дают оценку действиям руководства предприятия. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по факту образования задержки заработной платы более 2 месяцев. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. Как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Эгерском бульваре? Успеют ли подрядчики сдать объект в срок? Сегодня строительную площадку посетили представители администрации города, активисты ТОСов Калининского района и наша съемочная группа. Видим, что сейчас работы идут по плану, деньги выделены, конкурс проведен, экономия есть. И, в общем-то, у нас уже сейчас какие-то есть планы. Здесь есть дополнительные площади, где можно уличные спортивные площадки сделать. И для такого густонаселенного микрорайона это будет замечательное место для занятий спортом. Срок сдачи этого физкультурно-оздоровительного комплекса намечен на конец ноября 2015 года. Здесь будет располагаться детско-юношеская спортивная школа имени Соколова. Юные боксеры получат специальный зал для тренировок. Помимо этого, в ФОКе будет работать бассейн, тренажерный и фитнес-залы. Проект этого спортивного комплекса типовой, поэтому таких комплексов в республике построено уже несколько. Это в Козловке построен комплекс, в Цивильске подобный комплекс. Мы неоднократно выезжали вместе с будущим директором школы, смотрели, изучали не только опыт строительства, но и опыт эксплуатации этого комплекса. Мы взяли и опыт строительства физкультурно-спортивного комплекса «Спартак», который тоже при монтаже оборудования, которого тоже были определенные проблемы, но которые решались, естественно, в ходе потом и устранялись в ходе эксплуатации. И мы надеемся, что те ошибки, а те недостатки, которые у нас были, мы постараемся их избежать здесь, на этом объекте. Также жители новоюжного района столицы совсем скоро получат еще один многофункциональный спортивный центр. И еще одну возможность вести здоровый образ жизни. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Подготовка к командному чемпионату Европы 2015 года, который пройдет в городе Чебоксары, идет полным ходом. Безусловно, ни одно столь масштабное мероприятие не обходится без волонтеров. Организаторы рассмотрели около 1000 заявок от активистов добровольческого движения и отобрали достойных. 2 дня в режиме нон-стоп. Именно это ожидает волонтеров на командном чемпионате Европы. Ведь пока все будут наблюдать за зрелищными выступлениями легкоатлетов и переживать за своих любимцев, они будут обслуживать гостей, работать со зрителями, участвовать в церемониях открытия и закрытия. Такой напряженный распорядок дня сумеет выдержать не каждый. Вот и отобрали надежных и выносливых. В первую очередь мы обращали внимание на желание, то есть на мотивацию. То есть вообще 3 пункта было. Это уровень английского языка, это мотивация и опыт работы. Вот. Мотивация у всех заоблачная. Да? Все хотят, все готовы, все хотят стать частичкой истории, принять участие в этом грандиозном мероприятии. А с английским, конечно, было сложнее.
Общая квота волонтеров по 13 направлениям составляет 350 человек. Все они уже отобраны, причем 30 из них – добровольцы с близлежащих регионов. Но большинство, конечно же, это жители города Чебоксары. Пришла туда, потому что это дает такие эмоции, которые не может не дать никто. Это дает заряд на, как бы, на всю жизнь, дает новые знакомства, делает жизнь более, ну, молодежную жизнь более красочной, яркой и запоминающейся надолго. Но до начала командного чемпионата Европы волонтеров ждут еще тестовые мероприятия, где они должны себя проявить. Это городские флешмобы, фестивали ГТО, чемпионат России по многоборью. Так что в ближайшие месяцы активистов ожидает насыщенная спортивная жизнь и участие в событии, которое войдет в историю международного спорта. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика. В Чебоксарах стартовал межрегиональный форум под названием «Современный читатель, телезритель и радиослушатель. Формирование их духовного мира и удовлетворение потребностей качественной информации и литературой». Два дня участники форума будут обсуждать, что надо сделать для того, чтобы современная литература дошла до каждого. Поговорить на эту очень важную тему в Национальной библиотеке собрались руководители издательств и библиотек, научные работники, литературные критики, журналисты, представители чувашских землячеств из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Оренбургской, Самарской, Тюменской и Ульяновской областей. По мнению участников, в наши дни на первый план выходят вопросы распространения чувашской книги. Например, книжное издательство в последнее время выпустило немало интересной разножанровой литературы, но она не всегда доходит до читателя. В основном, конечно, наши заказчики, то есть, которые пользуются нашей литературой, литературой чувашского книжного издательства, это прежде всего, скажем, регионы, где компактно проживают чуваши. Это больше всего заказчики, где вот более 100 тысяч населения чувашского в Татарстане, Башкирии, Ульяновской области, Самарская область, ну и Пензенская область, Саратовская область. Вот школы заказывают, скажем, для них мы выпускаем учебную литературу. Учебную литературу также библиотеки у нас закупают художественную литературу, детскую литературу очень много. Но есть вопросы по реализации, мы хотим рассмотреть. Но и, конечно, вот у нас представители других регионов, они будут участвовать в работе круглого стола. Я думаю, что будут полезные советы, проблемы будут сегодня поднятые. Ну вот это все обсудим. Я думаю, что состоится полезный разговор. В рамках форума состоится выставка «Кладезь чувашского народа» и семинар, посвященный вопросам качества выпускаемой литературы. 100 лет со дня рождения Николая Ильбекова отмечают в республике. Известный писатель внес большой вклад в развитие чувашской литературы. Как и большинство творческих деятелей того времени, Николай Ильбеков получил педагогическое образование. До войны работал учителем в сельской школе, заведующим отделом молодежной газеты, старшим редактором радиовещания. Писал рассказы, повести. В годы Великой Отечественной прошел путь от Сталинграда до Балкан. Дослужился до майора. Был фронтовым корреспондентом, редактором дивизионной газеты. В послевоенные годы трудился в книжном издательстве. Был ответственным секретарем Союза писателей. Самое яркое из его произведений – роман «Черный хлеб». Но Ильбек Мигулаев был и замечательным рассказчиком, очеркистом, переводчиком. А еще человеком с большим сердцем и широкой душой. Именно об этом вспоминали сегодня те, кто пришел на вечер, посвященный творчеству Николая Ильбекова. Я училась в одной группе с его дочерью, хотя я окончала факультет иностранного языка. И когда, услышав о том, что сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное его 100-летию, я решила просто прийти еще раз услышать о таком замечательном человеке. Тем более в преддверии 70-летия Победы, а он, как участник Великой Отечественной войны, написал интересные рассказы о войне, о его жизни. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Подробная картина дня в информационном выпуске программы «Республика» сегодня в 20 часов. До встречи в эфире.